Мы находимся в Агалатовском поселении в 44 километрах от Петербурга. Это коттеджный поселок Новый Петербург. Здесь перед нами разрушенный одноэтажный коттедж, в котором размещалась подземная тюрьма. Коттедж стоит отдельно от остальных построек. Видно, что строился капитально, но со временем пришел в упадок. На въезде видно ворота для автомобиля и спуск в подвал. Зайдем и посмотрим, что внутри. Видим крутой спуск. Плита. Она, видимо, поднималась на гидравлике, потому что очень массивная, бетонная. Спускаемся аккуратно. Въезд в подземный гараж невысокий, но достаточно места, чтобы проехать полицейскому УАЗику или небольшому микроавтобусу. Здесь, видимо, автомобиль заезжал, разгружался, если так можно выразиться. Идем дальше. Видны коммуникации. По всей видимости, вода. Следующее помещение. Видно, что укреплен потолок. Серьезно. Что было здесь, можно только догадываться. Возможно, рукомойники, судя по подводке. Идем дальше. И видим камеру. Двухъярусная кровать, если так можно выразиться. Сантехника. Здесь помойник, видимо. Еще одна камера. Перед ней затопленное помещение. Положить на спуск еще ниже. Ну, либо какое-то подсобное, либо действительно стены. Глубоко, после второго этажа. И еще одна камера. Кстати, камеры там очень много. На этот пункт охраны видимо. Да. Провода, розетки. Отсюда, видимо, должен посмотреть за тем, что происходит. А это, возможно, место приемки. Но на карте не похоже. Наверное, приемник, да. Выходим через другой вход.